мы видим просто огромную россыпь и полноприводных, и неполноприводных, но в этом классе автомобилей. Второе поколение выглядит намного более стильным, сделан он на базе Nissan X-Trail, но по габаритам этот автомобиль больше, чем Nissan. В дизайне мы прослеживаем руку Лоренса Ванденакера, который сделал для всех автомобилей этого поколения вот такие вот реснички. И, кстати, когда автомобиль пристраивается сзади вас, будь то Талисман, новый Меган или какой-нибудь другой Рено нового поколения, вы его сразу отличаете, и это, наверное, круто, потому что в темноте это уже такая визитная карточка. И здесь такие же реснички, и здесь такая же тут. Или довольно тяговитый и мощный дизельный двигатель, но новый экземпляр, к сожалению, или к счастью, я не знаю, оснащен бензиновым мотором, 3-литровым бензиновым двигателем. Честно говоря, непонятно, зачем внедорожнику бензиновый мотор. Но самое интересное... Если что, и 50 на 50 так и оставил. Заднюю включил, все, 100 на 100 наперед. Нет, все, 50 на 50 опять. Ага. Типа того, что я буду прям реально от поворота руля, от нажатия на газ, он начинает перераспределять. Ну, блин, какой же все-таки легкий руль. Когда ты вот едешь, сейчас я вот вспоминаю, что и как. Руль электроусилитель, он офигенный на обычных дорогах. И абсолютно ни черта не чувствуешь, когда ты выезжаешь вот в эти снежные какие-то выезды. Продолжаем кататься на новом Pajero Sport по Карпатам. Вчера мы уже провели отличный день в горах и сегодня были готовы к новым испытаниям.